Но если не принимать во внимание проблему зеленых насаждений, массово гибнущих под натиском жуков-лубоедов, Тверь в летний период все же преображается. Здесь продолжают ремонтировать дороги и тротуары. Накануне межведомственная комиссия проверила качество работ по ремонту новых объектов на зеленом и промышленном проездах. Особое внимание при ремонте уделялось обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Каждый пешеходный переход сделан с манежением в сторону проезжей части с допустимым уровнем уклона и выложен предупреждающей тактильной плиткой с параллельными рифами. На зеленом и промышленном проездах ремонт тротуаров был проведен на участке протяженностью порядка 800 метров. Везде предусмотрена система водоотведения. В качестве верхнего покрытия использована бетонная плитка. В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирован тротуар на зеленом проезде, промышленном проезде. Тротуар проходит вдоль Хлебного ручья от спортивной школы до домов, до перекрестка, включая тротуары вдоль школы Олимпийского резерва. Порядка 800 метров было отремонтировано. И в настоящее время проведена межведомственная комиссия. Замечаний по комиссии межведомственной не было. Объект у нас сдан, введен в эксплуатацию с сегодняшнего дня. Гарантия на покрытие распространяется 5 лет с настоящего момента. В состав рабочих и межведомственных комиссий входят сотрудники администрации Твери, ГКУ Тверской области, дирекция территориального дорожного фонда Тверской области, а также представители общественности и контролирующих организаций. Принятый объект в течение 5 лет будет находиться на гарантии у подрядной организации.